Не, пошла моча по венам. Все, хофаем по микрофону в Дискорд. Включаем микрофоны только на свои. Сейчас выбор карт. Каждый игрок выбирает карту. Игрок номер два просто вдохнет на любую карту. Спасибо. Так, чуваки. Все выбрали свои роли. Город засыпает, просыпается мафия. У мафии ровно минута на договорку. Заебись, блядь, повезло, фух. Слава яйцам. А я какой номер? Я игрок номер два. Окей. Бля, волнуюсь. Как вам вообще идея, ребят, на инетку пойти? Нормально, ненормально? Кривой экран обрезан на стриме. Вроде нормально сделал, да? У мафии остается 10 секунд. Решил на инетке попробовать потратить. Мы вэрби бросать не будем, конечно. И мафия засыпает. Бля, Лёх занят был, сори, пиздец. Работал сегодня, Лёш. Я понимаю, что ебаная отмазка, я сделал ночь сегодня. Сори, что не поставил. Знакомимся с шерифом этой игры. Я работал, потом, бля, еды не было, я пошел готовить. Забыл, честно говоря, и времени не было тоже. И в городе наступает утро. Утро у нас недобро завелось. Три плохие мафии. Их нужно отыскать. Начнет это игрок номер один. Ваша минута. Всем привет. Знаете, есть такая вещь, как судьба. Вот. Нам с вами повезет. У нас будет замечательная игра по одной простой причине. Я сидел, занимался своими делами, и знаю, что за ваш стол пошли играть там Габлак, еще другие люди, вот, я расставлял баллы я. Вот, и решил зайти, есть ли у вас слот, как только я освободился и смотрю, как раз один слот, и как раз только для меня. Поэтому это судьба, у нас будет замечательная игра. Вот, что еще сказать, в мафию играю полгода активно, вот, знаю очень хорошо игрока номер 3, 6, вот, 7 играл. Удивился очень сильно, когда транслировали турниры, комментировал LCR. Я все не могу склонять твой никнейм. Вот. Я удивился, как у тебя вырос скилл, потому что ты к нам заходил, я помню, где-то месяца 2-3 назад, и ты не умел играть. Сейчас твой скилл очень сильно вырос. Я этому удивился, поэтому мне будет интересно поиграть. Остальных не знаю совершенно. Ну, как-нибудь притремся. Спасибо. Спасибо. Слово игроку номер 2. Большое спасибо. Слышишь ты меня, да? Все окей? А. Окей, да, нужно будет привыкнуть к Дискорд. Слышно, да, теперь? Да. Гуд, да, хорошо, спасибо. Что ж, ребята, груз с плеч спал. Я на мирной карте, первый раз играю на Нетмафии. Привет всем, кого не видел. Господа под слотами 1, 3, 4, 7. Ну, Габлака заочно знаю, всех остальных знаю более-менее просто. Вот. Игрок номер один душевно поговорил. Качество веб-камеры мне очень нравится. То есть искренность эмоций, она больше видна. Я думаю, что первый игрок, он не черный в моих глазах, во всяком случае по нулевке. Не буду им давать такой цвет. Пока что поиграю с ним. Может быть, он не красный, я его не знаю, поэтому отвечать за него не буду. Если хуев хотите напекать, то не мне, пожалуйста, за это. Вот. Я игрок красный. Рад, что я красный. Рад, что мне не нужно будет вот эту всю динамику, там мышкой на кого-то тыкать. Ну-ка, Миша, наведи меня мышкой, пожалуйста. Давай. Это будет показывать, что есть у нас там взгляд друг с другом? Ух ты, ничего себе, зеленая, да? Зеленая горит, я понял, да, спасибо, пас. Спасибо, слово игроку номер 3. Выставляю 5. Третий уже меня стреляет, пятый уже меня стрелять на собрался. На опережение давай! Не-не-не, он уже хочет меня убить, у него пистолет. У меня пистолета нет, я могу только заголосовать. Так что, что поделать? Придется применять оружие, которое есть. Придется потерять этого господина в десятке. Он там, если что, поднимется. Может, я его сломаю, посмотрим. Да, мирный житель, показывает, стреляется 3, этот мирный житель. Как поговорили, 1-2, я думаю, 1-2 больше красные оба, поэтому я смело поиграю 1-2-3. Первый открыл нормально, второй сказал, первый больше красный, и на самом деле довольно-таки хорошая, не нервозная речь. Я ему поверил, когда он сказал, вот я достал красный, мне не придется вот этим всем заморачиваться, по крайней мере, пока что за вот эту речь я реально ему поверил. Может быть, потом где-то там, когда он начнет цвета раздавать, я его заподозреваю. Пока что у меня вообще нет повода подозревать ни первого, ни второго игрока, поэтому я поиграю 1-2-3. Спасибо. Спасибо. Слово игроку номер 4.
Ну, всем здравствуйте, еще раз кого не видел. Собственно, речь первого игрока душевная была, очень понравилась. Второй ее продолжил, и такой, типа, весь на позитиве. 1-2 мне очень понравились. Ну и третий начал очень грамотно рассуждать, и поэтому не вижу смысла не поиграть 1-2-3-4. Выделю, наверное, покраснее все-таки третьего игрока, но потому что какая-то была жесткая аналитика. Первый ее просто пока не мог дать, а второй, ну, он такой просто веселенький. Спасибо, пас. Спасибо. Слово игроку номер 5. Ну, понимаете, игрок номер 3 просто, если аддоны показывают стрел 3, вы же понимаете, что это хороший для мирного города? Потому что вы в прошлой игре сказали 2 черный, да, а 3 не красный. Ну, а мы оба красные оказались. Понимаете, игрок номер 3? Я городу помогаю, даже если я на мафе предлагаю стрелять 3 сейчас. Вот, я бы поиграл пока что, хотя, смотрите, речь 1 была красной, я считаю. Но очень сладкой. Прям вот сладенькой, прям вот пришел к вам тут. Ребята, судьба, судьбинушка, я красный игрок. Ну, давайте пока поиграем. Вот. Один, ну, два прям с облегчением говорил. Просто я когда на инетке первый раз вытащил красную карту, мне тоже было хорошо. Вот, я думаю, что два красный, я играю 2-5 прям уверенно. 3 менее уверенно, 1 посмотрим, но пока вот 1-2-3-5. Четвертого речь не понравилась, потому что вроде 1-2-3 красный, но обоснуйте, почему у вас 1-2-3 красный. Расскажите аргумент, потому что вы по сути сказали, вот у третьего была самая красная речь, он накидал аргументов и так далее. Ну вот как-то так, я думаю, что 1-2-3-5 пока можно поиграть, сейчас будем смотреть, кто разбивает этот красный паровоз. Вместе ну, тот получается быть. И маф, да, господин вам номер 6? Ваше время вышло, спасибо. Слово игроку номер 6. 4-5 не вместе, 3-5 могут быть вместе. Ну, как говорится, Милс, прошу к нашему шалашу. Второй игрок, первый игрока рад видеть. В принципе, речи 1, 2, 3, 4, 5 были равноценны для меня, поэтому 1, 2, 3, 4, 5 можно сыграть. Я думаю, мафы на 8, 9, 10. Если есть маф, то только один. Седьмой игрок пока непонятен по мимике. Вот, я сыграю жестко, сыграю на яйцах. 8, 9, 10, думаю, тройка сидит. Типа 1, 2, 3, 4, 5 было настолько эмоционально ровно, что мне показалось, что это один цвет. Поэтому 1, 2, 3, 4, 5 играю на жестких яйцах. Здорово, Клаус, привет, привет, Соло, привет. 1, 2, 3, 4, 5 играю с шестым игроком. В шестом уверен, что я хорошо побазарил. Вот, с шестым точно играю. Команда строится 6, 5, 4, 3, 2, 1. Не наоборот. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Спасибо. Спасибо. Слово игроку номер 7. Доброе утро. Сейчас будет грязное окраснение. Смотрите, у меня сумасшедший стрик из красных. Я не помню, когда у меня пистолет в руках вообще был. Поэтому я сильно изменюсь, вы поймете, если я буду черным. Вот. Но есть проблема. У меня был халявный цвет за столом. Халявный. Вот, а он на ведущего сел, типа, я тернил, не знаю, куда играть, все, типа, я забылся. Но есть девятый игрок, он остался за столом, его много, за выкрик, за жестикуляцию, я подумал, что она больше красная в этой игре. А у меня есть шестой игрок, который заигрывает паровоз и говорит, что, ну, 8, 9, 10, тройка может быть, и меня эта позиция совсем не устраивает. Я поверил второму игроку, вот, я действительно посчитал его отдельно красным, но среди игроков 1, 3, 5, 6, все не так гладко. Я не понял, почему вы отказались от четвертого игрока, игрок номер 5, ну... Я думаю, он уже заиграл ваши позиции, никого не очернил. Не знаю, смотрите. Я поиграю от своих цветов, я поиграю, ну, 2, 7, 9, 4. Я думаю, много красных игроков. Среди игроков 1, 3, 5, 6. Я думаю, может быть, двойка. Спасибо, пас. Спасибо. Слово игроку номер 8. Спасибо, госпожа ведущая. Но почему единичка у тебя может быть именно в этой двойке? Он же покурил хорошо, его вроде все краснеют. Мне он тоже показался красным. Смотрите, я не считаю, на самом деле, что в паровозе Рима все игроки красные. Мне не понравились игроки с 3 по 5 номер. В Юрия более-менее уверен, потому что, ну, сначала он, конечно, очень много уделил внимания тому, что у него мирная карта и так далее, но сейчас сидит более-менее довольный, нервный. Меня это устраивает. Я играю 1-2... Не против 6. Семерка, я играю первый раз, надо будет слушать. Я не считаю, что все мафы поговорили. У меня 3-4-5. Точно сидит один, может, двойка. Я считаю, что в 9-10 должен быть маф. Вот, игрок номер 1. Вы пилить-то хотите или вы не любите? Хотите, но я выставляю 1. А, получается, пилим... Пилим 5-1, игрок номер 1? Ну, тогда 2-3... А, ну потом скажете, хорошо. В общем, Рим, я думаю, тоже красный, потому что он ни с кем не жестикулировал и берет огромный паровоз, и от него спасибо на тех, что я с ним играл. Спасибо. Слово игроку номер 9. Игрок номер 8, Рим играет 1, 2, 3, 4, 5, и говорю, что 8, 9, 10, типа, мафы.
В смысле, у вас все время больше красных, непонятно. Ну вот смотрите, что я подумала. Я подумала, что вот из 1, 2, 3, 4, 5, 6 вот этого всего у меня двойка сидит самый красный, потому что вот я на его речи, я в эмоционал прям поверила. Поэтому я на речи пятого жестикулировала, типа, что я согласна по поводу двойки. Вот смотрите, типа, пятый не берет четвертого. Шестерка играет 1, 2, 4, 5, говорит, что у него 8, 9, 10. Семерка, вот семерка, мне начало речи семерки понравилось, потом вот так вот, я бы сказала, потому что вот я подозреваю, если честно, седьмого игрока. Я уже забыла, по какому аргументу. Но тем не менее, я хочу поиграть в команде. Смотрите, два. Он я сказал, грязно краснее сейчас будет, а потом его не последовало. Пятый, ты считаешь четвертого типа, ближе к черному? Вот если ты... Или ты считаешь, что 7, 8, 10? Хорошо. Короче, я играю 1, 2, 3, 4, 5, 6. Слово игроку номер 10. Короче, ты играешь 1, 2, 3, 4, 5, 6, получается, у тебя мафы 7, 8, 9 железно. Короче, выставляю... Кого? 3 или 7? Выставляю третьего игрока на голосование. Юр, смотри, ты ставишь руку вот этого игрока, в первого. Вильямс, типа, 2 по 6 в 1, остальные в 3. Смотрите, типа, что я подумал. Я подумал, что между 4 и 5 есть маф, точно. Потому что Олси сказал по 4 хорошо. Седьмой за это, ну, типа... 2 по 6. Сказал, пятый, почему вы его не взяли? Так пятый сказал на своей речи. Он просто сказал 4. Играю 1, 2, 3, все. Без акцентов. Объяснить что? У меня от этого пятый больше красный, 4-7 считаю, возможно, вместе. Ну, кстати, по речь 8 это полный, ну, короче, капец, у него 6, может быть, красных, просто по речи. Но при этом мне кажется, что мы просто красный. Спасибо. Переходим к голосованию. Сегодня у нас выставлены игроки 5, 1, 3. Кто голосует за игрока номер 5? Спасибо. 2 голоса за игрока номер 1. 4 голоса за игрока номер 3. 4 голоса. Перестрелка между игроками 1-3. Слово игроку номер 1. Знаете, сегодня приходил поиграть господин Циц в наш столы. Вот. И он с таким любопытством играл. Говорит, блин, первый раз играю за столом, где все новые игроки. Вот здесь много новых игроков. Я тоже с таким любопытством прям смотрю, что происходит. Прям вообще поразительно. Короче, думаю, 10-й красный. У меня просто не мысли зашли. Думаю, 5-й красный. Вот, в третьем не уверен, надо послушать, что он даже по цветам. Думаю, восьмой игрок не самоубийца, но посмотрим, куда будет играть дальше. Пока там вопрос просто в шестом. Ваше время вышло. Спасибо. Слово игроку номер 3. Тебя не смутило то, что 8 сейчас... А, не хотите ломать? Но с 2 по 6 в 1 тогда голосуем вот сейчас. Там сейчас будет уже две кандидатуры, и первый стоит под первые руки. Вам не надо руку ставить, игрок номер 8. Но я на самом деле 8-10, думаю, маф обязательно есть. Я не знаю, смотрите, я с восьмым игроком играю первый раз, только поэтому не хочу его прям жестко черным называть, хотя я реально думаю, что он маф. И если он не маф, то обязательно маф игрок номер 10. У меня там два красных вообще никак не получается по счету игры. Почему? Спасибо. Переходим к голосованию. Выставлены игроки 1-3. Кто голосует за игрока номер 1? 5 голосов за игрока номер 3. Подходят остальные 5 голосов. Кто голосует за подъем обоих? 2 голоса. Этого недостаточно, и в городе наступает ночь. Мафия начинает свою стрельбу. Так, ну чё, господа. Меня точно не убьют. Мафия сделала свое грязное дело и удаляется, просыпается Дон и спрашивает у меня, кто комиссар. Дон засыпает. Просыпается шериф и спрашивает, кто мафия. Шериф засыпает. И в городе наступает утро. Утро у нас недоброе. Убит игрок номер 3.
Ваша минута. Что, Зеня, показываешь три? Знаешь, что меня убили или что? Игрок номер один, микрофон. Отведи, если черный. Оу. Странно. А есть еще шерифа? Есть, давай. Ну, отведи, если черный. Только я не знаю, что тебе это дало. Как то шериф? А, три. Короче, есть проверка красный 2. Есть проверка красный 2, уж не знаю, зачем она сделана. Есть проверка черный 6. Проверка красный 2 от 6-го, Рим, если как бы ты шериф, то Дон тебя нашел. Я тебе так скажу. Я не буду второго... А, 3 красный. У меня показалось 2, ну окей. Типа, смотрите, я почему сказал, что 8-10 есть черный, игрок, потому что вы не атакуете 6-го игрока, который по факту говорит, до меня все красные, а вы не хотите атаковать 6-го игрока. И потом есть еще 9-й игрок, спасибо, который это усиливает, и вы даже 9-го игрока не атакуете. Спасибо. В городе Новый день, его откроет игрок номер 2. Ваша минута. Да, спасибо. А шериф-то кто? Я так не разобрался в итоге. Честно, можете сказать, нет? Что шериф, понятно. Больше нет шериф? Я понял. Смотрите, игрок номер 9 сказал, что подозревает игрока номер 7. Игрок номер 7 мне показался тоже подозрительным. Правда, игрок номер 9 сказал, что я забыл, по какому аргументу я подозреваю игрока номер 7. Это было достаточно странно, в принципе. Потом, что произошло на попиле? Кто-нибудь не может объяснить из адекватных? Потому что я тут новичок. Почему восьмерка зачем-то въебал в пятерку? Пытался ли он сломать или нет? Непонятно, потому что 8 выставлено не было. Были выставлены 3 игрока. Вот, поэтому будем разбираться с восьмеркой. Мне кажется, тройка, ну, типа, вряд ли самострел. Тем более, что он пытался, вряд ли он ломал попилу, пытался засейвить, мне кажется, попил сам, чтобы было как бы 2-4-4. Вот, соответственно, восьмого могу подозревать. А, седьмой поговорил так себе. Из 1-3-4 позицию игрок номер 4 имеет самую слабую, потому что первого пока меньше подозреваю, третий умер, скорее всего, красным, поэтому четвертый подозреваю больше. Я считаю, что игрок 5 красный, я хочу очень поиграть с ним. Я считаю, что игрок номер 10 скорее красный, и в крайнем случае, если игрок... Ну, он с 6 как-то пытается заигрывать, но я думаю, что 10 скорее красный. Вот, пока что поиграю с 5, наверное, здесь немножко. Спасибо. Слово игроку номер 4. Ну, значит, смотрите, какая ситуация, да? Я склонен верить, наверное, все-таки шестому игроку, но, ну, потому что он единственный скрылся, и его сейчас будут стрелять, но я не понимаю, если честно, проверки 2. Смотрите, какая ситуация. Ну, я играю, допустим, 1, 2, 4, 6, и получается так, что, ну, а кто мафы? Ты пятого считаешь мафом или нет? Просто девятка въезжает в семерку, 8, 10, 1, ну, минимум 1. И 7-9 кто? Я? 4-7-8 на подъем. Ладно, все, потом скажешь, давай это. Спасибо, пас. Спасибо. Слово игроку номер 5. Так, ну я склонен тоже доверять игроку номер 6, потому что он единственный свой вскрывшийся шериф. Правильно, игрок номер 4? Но я, получается, вас правильно выбросил из команды? Речь у вас была сейчас плохая, прошлая тоже была плохая. Вот, восьмой игрок. Восьмой игрок. 6, смотрите, сказал на своей речи, что будет искать мафов 8-9-10. Он даже скипнул седьмого. Вы не за эту оговорку ему ничего не предъявили. Вы попил сломали. Но я думаю, сейчас мы можем попили... Мы либо можем увести просто 8. Вот. Я думаю, что у нас точно... Ну вот пока что я рисую красную команду такую. 1, 2, 5, 6 и чуть больше 10, чуть меньше 9. Скорее красные. Вот я думаю, вот так вот это... Вот это красная команда. Вот. Ну, сейчас господин Рим скажет свое веское слово, я уверен. Сейчас мы как, по какой-то логике, может, первого вообще увидим. Вот. Но то, что 8-9-10 все называют шестого красным, а он говорит, что 8-9-10 сидят мафы, но 8-9-10 контрскрыться против него сейчас не могут, если даже хотят. Вот. Понимаете, если 6 маф, то вы ему проиграли игру на мирном в соло, вот, вот 8-9-10. Короче, выставляю 8, выставляю 4. Спасибо, пас. Спасибо, 8 принято. Слово игроку номер 6. Господа, в Париже мы пролетариат, значит, Ленин объединяет 2-5-9, котята должны играть вместе, Зеня, что такое, 4-7-8, ну таки поднимем, а что не так, что тебя не устраивает, я не понимаю, куда девятую, зачем девятую, ну, а может с тобой встанут, 8, так, Алочил, я сказал 4-7-8 да, поднять, ты такой говоришь, нет, да, не 4, 7, надо, 8, в смысле? Поднять. Нет, я показал точно, я сказал точно, а ты говоришь точно, я говорю точно, а ты сказал точно, ну точно, значит точно 4-7-8, все, выставляю 4, выставляю 7, выставляю 8, ну 2-5-9, мы же заиграем, правильно? Правильно. Но если не попилишь в тебя, обязательно выставить. 4-7 выглядит как игроки со слабой позиции сейчас, а игрок номер 8 пытался, блядь, попил сломать ли хз. Так а где атака в пятого игрока, который пока застреляется, игрок номер 3? Я не понимаю, ну, где эти аргументы? Ладно. Все, игрок номер 5, спокойно, это шутка. Шутка, успокойтесь.
Смотрите, вообще, ну, я не понимаю, почему я стою с первым игроком, где я ставлю ручку за подъем 1-3, вот скорее за первого игрока, мне не понравилось, как он поговорил, это 5-10 команда, откуда там ты красных нашел, я его не понял. Во второй игрок, смотрите, вообще, 3, ну, логичная проверка, 1-3, не 2 красных точно. Выставь 4, выставь 8, выставь 7, номер 1, тебе сказал Шири. Выставляю игрока номер 1. Вот, смотри, черт и красный, девятый называется очно красный, что я говорю, 2-4-9 моя команда, шестой говорит, ну, 2-5-9 я объединяю, вот, я ставлю с ним руку за подъем, я поднимаюсь, ну, ладно, ладно, вскрытия нет, шестой шериф, правильно, нет вскрытия 6 черный, поэтому я встану с игроком 1, обязательно, спасибо, пас. Спасибо, слово игроку номер 8. Спасибо, госпожа ведущая. Значит, я точно хочу вставать. Выставляю 4, выставляю 7, выставляю 8. Выставляю 1 под последние руки, чтобы не сломал. Смотрите, я сломал, потому что я забыл. Ну, точнее, я не хотел ломать, просто габлак вытел пятерку, я про это совсем забыл. А, я думал, ну, в итоге, ну, у меня принлайк случился. Ладно, про это не буду говорить. Я подозреваю игроков 4-5, они акцентированно говорят, что один шериф, хотя тройки было еще вскрытие с проверкой 6 черный. Я сейчас шестерку не подозреваю, я не сыграл против него на 0, я не сказал, что он черный или красный, но просто из-за того, что он взял такую большую команду и ни с кем не жестикулировал, я подумал, что он может быть в этой игре шерифом. Единственное, что мне, ну, единственный минус, который я могу подозревать Рима сейчас, это то, что он ставил руку за подъем 1-3, где с единичком 3. Ну, сейчас разговариваю. Ну, давай, вскройся, давай. Вскрывайся. Я не буду скрываться, я не шериф. Ну, тогда что ты меня подозреваешь? Нет, я говорю, что ты ставил руку за подъем 1-3. Я не понимаю, зачем это было. Ну, я правда не понимаю. Семерка шериф? Семерка шериф. Ваше время вышло. Ну, ты в попил хочешь? А. Слово игроку номер 9. Смотрите, что я думаю. Я думаю, что 2-5-6-9 — команда мечты. Все. Только проблема в том, что вот и у второго, и пятого РГК, четвертый маф точно, потому что второй говорит, что у него, типа, пятый красный, что у него первый, десятый, и, типа, у тебя все мафы получается, что 4, 7, 8, 9. И у пятого, я думаю, 5, 9 красный, потому что там, 7 называют 2, 4, 9 красными. Получается, что я играю против игрока номер 4, считаю, что 2, 5, 6, 9 красные. Я думаю, что 7, 8... 4, 7, 8, я думаю, что там двойка и 1, 10 последний, потому что не думаю, что 4, 7, 8 это прям тройка, поэтому... Вот смотрите, кто из 1, 10 типа краснее? Я сейчас слушаю и 1, и 10 и определяюсь, вот что думаю. Вот проблема в том, что у меня двойка называют и 10, и первого красным, а у меня не получается, что прям... Я не думаю, что 4, 7, 8 это тройка, вот что я думаю. Да, я думаю. Типа за попил 4, 7, 8. Ну 10 тогда может быть я только. Я думаю, что там двойка минимум. Выставляю игрока номер 4, выставляю игрока номер 7, выставляю игрока номер 8. Спасибо. Слово игроку номер 10. Выставляю 4, выставляю 7, выставляю 8, выставляю 1. Я, короче, сыграю с, типа, 2-6, прям вот уверен, но, типа, Рим говорит, то, что 5-9 красный, я пока не вижу, почему. По голосованию, 8 ломает, 3 ставит, потом, 9 самый красный. По-моему, ставит что-то 5-7, кто-то еще, и я ставлю последнюю руку. На то, что был попил. Я думаю, я у вас красный. Маф, получается, или с первым, или с третьим по этой версии. Иначе, ну, какой смысл мне делать? Но просто типа дело в том, что то, что я красный. Я думаю, что в 4-8 должна быть двойка. Вообще идет игра. Потому что мне кажется, от этого первый просто больше красный. Ну все. Типа Рим уйдет, зачекает меня, я красный, все. Там уйдет, там 5, я 9, уже 4. Готов кричать магистрейт. Все, выставляю 4, выставляю 7, выставляю 8. Первый попилит, играю 6-2. Здесь уверенно, 1 тоже. Выставлены игроки 8, 4, 1, 7. Слово игроку номер 1. Ну, все, самое главное, я для себя услышал, что 10 стал я красный. Все, у меня карт-бланш, ребят. Если что, на следующий круг я посижу, уйдет игрок номер 10. Класс. Вот, смотри, Рим, ну я сказал же, пятый красный, вот. Но второго игрока я даже не хотел там как-то называть, но второго игрока все накрасняли, это просто бесполезно было за 30 секунд говорить про второго игрока. Вот. По поводу девятого я до сих пор не уверен. Я посчитал, что восьмой игрок не самоубийца, восьмой сказал 9-10 маф, сыграл в аномальные цвета, ну, по логике вещей, он должен был сказать шестой маф, который сказал 8-9-10 мафов, много. Так, ладно, попил, говорю, короче, пофиг. 4-7-8 ставит в первую кандидатуру. Это, скорее всего... 8. Короче, неважно, кто первый из 4, 7, 8. 8 выставлен. Это 8. В него голосуем. 4, 7, 8. Потом во вторую кандидатуру проголосуют 1, 2, 5. 1, 2, 5 проголосуют во вторую кандидатуру. 6, 9, 10 — последнюю кандидатуру из игроков 4, 7, 8. Все.
4, 7, 8 в первую, 1, 2, 5 во вторую, 6, 9, 10 в третью. Все. Ладно, в общем, ваше время вышло. Давай. Спасибо. Рули. Переходим к голосованию. Выставленные игроки. 8, 4, 1, 7. Кто голосует за игрока номер 8? 3 голоса за игрока номер 4. 3 голоса за игрока номер 1. 0 голосов за игрока номер 7. Сходят остальные 3 голоса. У кого-то из игроков не выключен микрофон, прошу это проверить. Перестрелка между игроками 8, 4, 7. Слово игроку номер 8. Я уже думал, четверка будет ломать. Метка по пилу встраивает, но потом мне в противовес снять игрока под номером 9. Я не нашел 9 красным игроком. Думаю, 9-10 должен быть мап. Нет, меня же должно быть слышно. Меня слышно? Вас слышно. А, я не понял, что тогда не показывает. Смотрите, единичка до сих пор считаю красным. Почему всегда как красная пятерка? Лично я с своей позиции не пошел, но так я вообще думаю, он красный. Слово игроку номер 4. Ну не, я игрок команды, конечно, давайте 4-7-8 попилим. Я просто игроку пятому хочу сказать, Габлак уходит, говорит, два вскрытия, скрывается только Рим, я не вижу второе вскрытие, не вижу, кто открывается, и поэтому и так и сказал, что шестой у меня шериф, но куда играть? Типа, 9 атакуют 7, и получается, что 8-10 и кто-то из нашего паровозика или пятый? Вышла. Спасибо, слово игроку номер 7. Магистрета не будет, я уверен, что восьмой черный. Суть в другом. Я вторую игру подряд играю с красными. Ну, по столу получается 2-9 красный, никто не атакует девятый. Я девятого озвучная игра, она говорит, седьмой черный в этой игре. Вот. У меня просто со мной нет команды опять за столом. Вы меня поднимаете, опять пилите подозрительно. Смотрите, игрок номер 3 отстрелился, сказал 8-10. Ну, точно нет два красных игрока. Почему они не впопили, я не понимаю. Я бы лучше 7-8-10 стал, чем с четвертым игроком. Спасибо, пас. Спасибо. Переходим к голосованию. Выставленные игроки 8, 4, 7. Кто голосует за игрока номер 8? 3 голоса за игрока номер 4. 3 голоса за игрока номер 7. 3 голоса. Кто голосует за подъем обоих? Троих, точнее. 9 голосов. Спасибо. Посажен игрок номер 8. Ваша минута. Ну что, кричим, магистрейт? 6 лже-шериф, настоящий шериф не вскрылся? Ладно, смотрите, Рим, обдумай по девятке. Она закидывает мне 0, она сейчас очень красиво всасывает спрос, ты считаешь ее игроком красным, я этого не нашел. И мой игрок читает четверку красный, когда против него играет весь стол, читает мне объективно черным, причину, почему я черный, не называет. Запопил на 0, за речь, но хотя бы сказал, почему я черный. Смотрите, я считаю 2 точно красный. Два никто не атакует, не едет абсолютно. Мне не нравится то, что Соло закидывает 1-10, последний маф. Почему вообще она закидывает на единичку? Вот, я думаю, красные игроки разберутся. Желаю хорошей игры. Спасибо, пас. Спасибо. Посаженный игрок номер 4. Ваша минута. Вас не слышно. Ну... Магистрета, я так понимаю, нету, это хорошо, но я ухожу красным, я, честно скажу, не понял, за что я ушел, поиграл 1, 2, 3, спросил у шестого, куда мне играть, потому что, ну, говорю, 9, 7, ну, это не двойка, и куда играть, я не понимаю, вот, ну, ладно, понимаю, все, спасибо, пас. Спасибо. 7 с куском забыл, потом нет, 7 там, ребят, другом история. Завещание 8-го черного мы не слушаем, 9-е красное в этой игре. Рим, смотри, вот у тебя как получается? У тебя игрок номер 1 на попиле говорит, я играю 5-10, правильно? Вот, за что окрасняется 5-й игрок, я не понимаю. Я уверен, что 2-9 2 красных игрока, 3-й ушел, говорит, 8-10, в любом кайфе не 2 красных игрока. Получается, ну, типа, 1-5, 8-10 по этой версии, ну, от моей красного, от моего красного цвета, я думаю, 4-й красный, сидит тройка. Вот, десятый, говорит, первый красный. Я бы просто десятого запаковал, за это первый красный следующий. Все, пас. Спасибо. И в городе наступает ночь, мафия начинает свою стрельбу. Я думаю, десятый черный. Десятый, говорит, что у него 9 красные, 1 красный. Седьмой, говорят, для него 2-4-9 красные. А что, говорят, для него 2-5-9 красные.
и считаю 40 красным. Девятку хоть красным, ну, типа, по всем версиям. Так что 10-1. Мафия сделала свое грязное дело и удаляется, просыпается дома, спрашивает, кто комиссар. Это вопрос в том, кто еще комиссар. Дон получает свой ответ и засыпает. Комиссар 10? Спрашивает, кто мафия. Комиссар 6. То эта игра выиграна, правильно? И в городе наступает утро. Утро у нас нет добра. Убит игрок номер 6. Ваша минута. Первый красный. Ну чё, котята, по десятому? А после этого, если игра продолжится, того, кого скажет снять десятый, не первый игрок. Вот так, Клаус. Оставишь жесткий противовес, понял? Все. Я видел это видео до конца, он кричал: мама, не убивайте, типа. Не, понимаешь, на меня приятно смотреть, спасибо, пас. Шестой диск писар, правильно? Новый со столом. Начнет игрок номер 5, но у меня просто, я не вижу другого разворота, кроме как разворот в 10 в 9, вы понимаете? Типа, почему игрок номер 5 красный? Потому что 10 по нулю сказал, что 5 красный, а потом в прошлом ходу сказал, что 1 черный. Я не знаю, ну типа 4, 7, ну типа я не знаю 4, 7, 8, 9, 10, тройка, я не знаю 1. Но я не знаю цветов, типа, у меня семерка закидывает в меня, говорит, почему 5 у вас красный? Потому что 5 въехал в 4 по нулю, 5... ну, типа, 5 выставил, 4, 8 и 7, где оказалось, ну, типа, там, скорее всего, уже один сидит, правильно? Если бы там была двойка, смотрите, если бы там была двойка, они бы сломали, правильно, нет? Ну, я так думаю. У них бы не доехал маф, потому что у нас живой шер, он проверит одного игрока, мы, они проиграют. Я думаю, там, у нас на столе, я думаю, сидят два мафа. Один проверенный красный, два, я думаю, что сидит красный. Соответственно, у меня единственная версия, учитывая то, что я красный, это 10, а потом 9. Я думаю, так. У меня 10 более подозрительный, чем 9. 10 сказал, что один красный, один нашелся красным. Ну, типа, выставляю 10, выставляю 9, там посмотрим. 10 принято, ваше время вышло, спасибо. Слово игроку номер 9. Для игрока номер 10 мы играем все по завещанию. Сейчас уходит только 10, 10 оставляет противовес, если игра не заканчивается. Я вообще думаю, что на самом деле... Ну, смотрите, у меня вот в двойку я точно, типа, руку не поставлю. Я считаю, что он красный в этой игре. Ну, единичка проверенный красный. Ну, смотри, пятерка. Если ты красный, 10, то 4, 7, 8, 5, 9, типа, двойка. Я рассматриваю тот вариант, потому что у меня, ну, 2, 5, 9 все были красными, типа, проверка 1, 10, то. Мат, победа. Так что, если, типа, там... Ну, смотри, да, они... Ну, да, они бы сломали. Но если они ломают, то у меня только 5, 10 остается. Вот. Поэтому я говорю, если, типа, ты красный, то уходила, соответственно, двойка. Поэтому посмотрим. Но я думаю, что вот из 2-5, типа, двойка покраснее, потому что пятерка как раз таки рассматривает версию, что 9-10, типа, могут быть вместе. Ваше время вышло. Спасибо. Слово игроку номер 9. Я бы согласился уйти, если бы был уверен, что за столом один мав. Выставляю 9, выставляю 5. У вас по версии города между 8-10 один мав. Так 8 ушел черным. Какие у вас ко мне вопросы? Я в него въехал в ноль жестко. Откуда я знаю, каким ушел 8? Он ломает после этого стол. Он ломает после этого. Я, если я маф, какой смысл мне ставить последнюю руку, чтобы засейвить первого и третьего игрока? По этой логике, я маф или с первым, или с третьим. Третий умер, первый красный. Я спас, типа там попил. Между 8-10 есть один маф, ушел восьмой. Не было слома стола, ушел один игрок черный. Скорее всего, это восьмой. Какие ко мне вообще вопросы? Я этого не понимаю. Выставляю 9, выставляю 5. У меня красных... типа ходов в этой игре попросту больше. Я бы ушел, если бы вообще НП. Если бы я был уверен, я что думаю, один маф черный. За столом. Я, думаю, я сказал, пятый больше красный. Игрок номер 6 назвал игроков 2-5-9 красными. Игрок номер 7 назвал игроков 2-4-9 красными. Вот вы игрок номер 10. Два круга говорите о том, что вы могли поставить и вывести игрока 1-3. Я до сих пор не понимаю, о каком случае вы говорите, где восьмой игрок скидывает руку, и третий игрок выбрасывает последнюю руку.
и из-за этого столпились. Соответственно, если бы вы вдруг поставили аномальную руку, у вас были бы проблемы за этим столом, вы бы ушли. Это я, во-вторых, я считаю, придержать номер... мог потом, и все. Оставляя игрока номер 10, куда потом придержать, если там две кандидатуры остаются, 1 и 3. Там, ну тогда вы акцентированно сломаете, когда осталось 8 голосов, вы какой-то голос аномальный кинете, соответственно, вы уйдете после нас. Ну, после кого-то из нас. Короче, ладно, фишка даже в другом. Я говорю, третий игрок не дурак, он сказал, будет 8-10 маф, вот, как минимум. Шестой игрок сказал, 8-9-10 будет тройка. Я думаю, 10-го можно снять спокойно, плюс к этому ко всему... Кучу игроков сказали второй красный, я цвет второго игрока... 10 говорит, что 9 может быть черный, 5 говорит, что 9 может быть черный, 9 уходит сейчас. Нет, уйдет 10 игрок сейчас. Я просто сыграю на яйцах, я просто посчитал второго игрока красным, я посчитал, ваша что... Ваша игра вышла, спасибо, выставлены игроки 10 и 9 слова игрока номер 2. Никуда не уходит игрок номер 9, игрок номер 5 сейчас, по той причине, что игрок номер 6 сказал, что 2-5-9 красный, а игрок номер 7, который, на мой взгляд, черный, сказал 2-4-9 красный. Получается, игрок номер 6 и игрок номер 7, это два типа цветоплеящих игрока, сказали, что 2-9 красный, поэтому 9 сидит, а сейчас уходит 10. 10 красным не нашел никто, пятерку считаю красным я, один проверенный красный, девятку сказали игроки 6-7 красные, я лично посчитал ее серой по нулевому, по нулевке. Теперь еще и десятка говорит, что 5-9 красный, шестой, наш шериф, который сказал, что тройка черных после него, и как минимум попал в два цвета, назвав 5-9 красными, ошибся игрок номер 10, правильно? Потому что вы их называете черными. Я считаю, что черный игрок номер 10. Я не буду в это верить, я играю по теории того, что 5-9 красным. Я считаю 5 красным скорее, а 9 окрасняется игроками 6 и 7, один проверенный красный, против кого мне играть? Я игрок красный, соответственно, игрок номер 10. Ставлю 10, голосую в 10. Игрок номер 10 оставит завещание, если он красный, давайте по нему сыграем, но я игрок красный, спасибо. За игрока номер 10. 4 голоса за игрока номер 9. Хоть последний один голос. Посажен игрок номер 10. Ваша минута. Я мав. Ну, команда 4-8-10, они не ломают попил. Они не ломают попил. От этого, если 8 уходит больше красный, то я от этого точно мав. Просто восьмой должен был это делать, от этого я... Я не ломал, извини, я типа от понимал. От этого я... Да нет, там должен был типа, ломать восьмой, потому что была хорошая версия, что между 8-10 есть маф. И мне просто выгодно, что если восьмой уходит мафом, от этого я, типа, просто больше красный. Вот, а тут... Ну тут все равно, даже если бы ушла соло, там меня бы потом сняли. Тут просто игра очень трудная. ВП... Нормальный сигнал? Как всегда, бог, короче. Спасибо, пожалуйста. Я бы 2-5 не отдал здесь тоже. Да, да. Я просто посчитал 4-го мафом, 5-й выкинул так акцентир на 4, там разноцвет. А почему 8-й ты не ломаешь? Ну, тебя типа больше черным считают, чем меня, и ты там, ну как? Я бы... А почему у меня больше черных? Скорее, 7-го красного посчитал 4-7-8, и потом... Понимаешь, что заруинил сначала. 4-8. Ну, во-первых, сори, ребят, да. Скорее всего, должен ломать. Я просто почему хотел, чтобы ломал 4, потому что 4-7, кажется, я в команду 7 не вяжусь никак из-за этого. Ну чё, ребят, как первая игра на Энетке? Победили? Я сделал потише немного, тебя сейчас громче слышно остальные. Хорошо. Я могу всех погромче сделать чутка. Нормально, балдеж засолил. Да ничего не засолил, я, блядь, сыграл как овощ. Но в просто, Клаус, смотри, вот, допустим, я ломаю, вывожу... Пару минут, Берба. Наверняка четверку. Пару минут перерыв, ребят, спасибо большое за просмотр, немножко волнуюсь на инетке, да, не извините за кого. Это. Просто Рим говорит, вот. Играю 1, 2, 3, 5, 6, отойду. Спасибо за просмотр, ребят, сейчас отойду. Да, это типа... Он говорит 2, 5, и типа, так раз, я думаю, ничего не делать, блядь, в этой игре. Я сказала, играю 1, 2, 3, 4, 5, 6, к стаку. И тебе еще говорю, посмотри, у меня первый красный, получается, типа, я точно мав. Все, ну тут просто, типа, анвида был игра. Там еще хотя бы маф четвертый был, то есть там четвертого, ну четвертый плохо поговорил, просто два круга, четвертый сказал 1, 2, 3. Так думал, сыграй в Рима жестко, он же сидит рофлит, он байтит вас, нет? Он шериф, в кого я сыграю? Не-не, в смысле, вы, я вообще хз, у вас сидит, да. У вас сидит, короче, Рим, рофлит, говорит, у меня все мафы сидят 8, 9, 10, 7 не сказал, но вы хоть типа послушайте его речь, чтобы не бойтесь, чего так... боитесь с него въезжать. Ну так я попытался, только, ну, не получилось. Не боюсь в него въезжать. Просто когда Рим, типа, протягивает так в рофл, ну, типа, обычно он красный. Не, это не важно. Какая тебе разница? Ты знаешь его цвет, ты маф. Просто, ну, из восьмой, мне кажется, должен был контур вскрываться, говорить, я шериф. Ну или ладно, восьмой там ломал, может, у него не особо хорошая позиция. Кто-то тоже точно должен был вскрываться.
Ну, типа... У меня не было информации, что чат черный. А кто отмайковал вообще, что чат черный? Это я отмайковал. Что? Такая, тут две версии, либо Рим там черный. Просто жесть, и... там просто жесть произошла. Там первый отмаяковал. Я, кстати, подумал, что первый точно красный, там ведущая немножко спалила роль первого игрока, и каким я подумал, что первый образом? Точно красный. А каким образом? Там я это не стал в стол озвучивать. Там ведущая, когда стартовала нашу игру, она сказала: в городе завелась мафия, три мафии, и мы приступаем на ее поиски. Игрок номер один начнет эти поиски. Я нет, понял, она всегда говорит. Либо игрок номер один разбирайтесь, либо там что-то такое. Это, короче, я подумал, что он красный от этого, реально. Что типа он же не будет сам себя искать. Я подумал, что он красный. Я подумал, что восьмой игрок не самоубийца. Ой, я мину. Ой. Бля, а слоном... ребята, я кого-то случайно, наверное, запустил, тебе нужен слот, Юрий. Ты меня случайно запустил, потому что меня не было, я могу идти? Ну, смотрите. Давай я тебе слоты дам, не сидиму, давай. Я могу уступить кому-то, если кто-то... Всё, спасибо всем за игры. Ребят, мне надо сейчас перезайти надо будет, потому что... Ага, давай, тогда Олс и... Короче, смотри, Габлак, там просто такая фишка, что я подумал, что восьмой не самоубийца, но играет совсем под крайне странные цвета. Это нет, восьмой просто маф. Лол, восьмой просто признался. Я не ожидал, что восьмой маф. Вот, давай так. Я подумал, что восьмой красный, и как-то не вязалось, что 8-10 мафы. Не-не-не, там от того, типа что я восьмого красного посчитал. Я же сказал, я не ожидал, что я это только это из-за того, что я играю с ним первый раз, я не хочу говорить, что он точно черный. Вот только из-за этого. Там восьмой, как поговорил, я подумал, точно маф, но вот именно из-за того, что восьмой это была первая игра с ним. Давай вот так скажем. Не, ну, не, просто, не, ну... Восьмой просто маф. Я, короче, не поверил. Поэтому я говорю, шестой маф. Как только я понял, что шестой вскрывается, я тут же понял, что 8-10 маф, и там много маф, все, шестой точно шериф, и... Артур, вообще, хз, кстати, ну, выставить 5 с третьего бокса, когда один не выставлен, это затролка, ну, на попил та еще, ну, в целом. Какая разница? Ну, типа, шанс того, что кто-то запутается за столом, он присутствует, если... Ну, если честно, Миш, такое, типа... То есть что, если я на первом боксе на красной карте кого-то выставляю под первые руки, это что, я под слом выставил игрока или что? Нет, вот я не просто выставил. Не хочу под первые руки стоять. Я могу открыть с первого бокса, сказать, выставляю 10. И что, все это под слом? Просто люди должны слушать, куда голосовать и голосовать? Мне тут согласен. Кажется. Но просто из-за того, какой поставлен попил, типа, я эмпатически понимаю игрока номер 8, который мог сломать попил, и я могу из-за этого подумать, что он красный, который, типа... Ну, завтыкало. Если у нас, типа, попил будет стоять условно там один плюс кто-то, ну, типа... Так 8 не должен был в один все равно голосовать, даже если бы первый был под первые руки, 8 не должен в него голосовать. Первого голосуют 2 по 6. На самом деле проблема восьмого игрока не в том, что он сломал попил. Было видно, что он это сделал случайно, а он просто цвета. Он сказал 6 красный, когда 6 сказал 8-9-10 маф, как минимум. Да, потом он сказал 9-10, при этом тоже есть один маф. И у него по счету там плохо получалось, я просто подумал, что он, ну, красный игрок, который, ну, не самоубийца. Не, я подумал, что он именно маф. Не-не, у восьмого речь была прям и по нулю, и потом по единичке тоже она сильно лучше не стала, поэтому восемь... Да. Просто я бы на красном, там все равно не ехал мимо. Отучиться, если вдруг кто-то хочет особо... Мы должны, я так понимаю, Flash in the Night пустить. Да, да, я к тому, что просто... Отойду на 30 секунд. Я к тому, что... Если кто-то вдруг, я не говорю то, что кто-то из вас уйдет, нет, просто я говорю, что если вдруг кто-то хочет уйти, НП, просто... Слот нужен? А? Я говорю, слот нужен, ну типа, поприятней души будет, я думаю, чем я будет. Да, я могу... Не знаю, я с душой вообще за столом задним не могу сидеть, мне кажется, он вообще такой ужасный игрок. Почему? Типа, душебой Рим, хз, именно. Да я пошутил, на самом деле. Это у Зенивала такой юмор. Вот он считает, что это смешно просто. Давайте я вступлю душебой. Душебой, хочешь поиграть? Я никого не... Не, я говорю, мне не горит играть. А вы сами...